Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. В последней серии мы... Как красиво, а? Арабелла, как обычно, лезет в кадр. Мы продолжаем продвигаться. В последней серии мы зачистили катакомбы, и сейчас нам нужно... Что нам нужно сейчас? Давайте посмотрим. Так, короче, нужно доложиться сэру Максимилиану в квартале Благородных. Но сейчас вроде как вечереет, насколько я понимаю. Я не знаю, я сейчас только что из катакомб этих выбрался, поэтому не могу сказать, какое время суток. Скорее всего, вечереет, поэтому нам сейчас нужно будет переночевать и с утра идти к сэру Максимилиану и пойти уже в замке начинать брать по основному квесту задания, потому что сайд-квесты мне маленько поднадоели, охота чем-то таким заняться. Так... И, в принципе, я думаю, мы успеем даже до заката. В принципе, тут довольно близко. Вот чуть-чуть в этой игре, атмосфера в этой игре просто офигительная. Музыка. Вот эти вот замки, они очень хорошо сделаны. Очень грамотно. Какой-то здоровый, прямо как и на батл. И меня по-прежнему раздражает мой щит. Я вот постоянно в нее с перерывами играю. Но каждый раз, как включаю, я думаю, блин, когда уже этот щит сменится. Ну просто посмотрите, сквозь него мои локти пролезают. Он слишком огромный. Не такому небольшому подвижному персонажу, как Поп-Коп. Он просто, я не знаю, не к месту. Этот Акаки, он подошел... А мне как-то, ну, слишком здоровый. Так, ладно. Еще не лег спать, Максимилиан Петрович. Благодаря тебе катакомбы очищены от крыс. Спасибо тебе, Райзен. Дороги тоже. Теперь свободны от воинов скелета. Гранс из безопасности. Документы, которые остались, прольют свет на действия этого спасения Ордена. Скелеты, судя по всему, пытались увеличить свое количество. Кроме того, они говорят, своих собственных членов использовали для создания этих скелетов. Ритуальные самопожертвования производили некоторые члены, чтобы стать этими воинами-скелетами. С помощью какой-то темной магии. Все это часть какого-то эксперимента. Скелеты, судя по описаниям, которые произошли от живых людей, гораздо сильнее, чем скелеты, которые, то есть, спавших воинов. Даже для таких безумцев, как они, это просто какой-то кошмар. Как минимум один уже закончился. Благодаря тебе, Райзен. Возьми, пожалуйста, это за свои труды. Хорошо, у нас 36 уровень. В принципе, 36 уровень, на нем, я, насколько знаю, люди уже игру проходили. Но они не так играли, как мы, да? Не настолько основательно. Заглядываю под каждый камень. Но сейчас уже, честно говоря, заглядывать под каждый камень не очень охота. Охота маленько продвижение по сюжету. Потому что мы вот как прибыли в этот замок, ничего капитально нового не произошло. Здрасте, как ваши дела? Ваши дела как? Здрасте. Так, Парфен, а ты что тут делаешь? Нет, мне нужен... Блин, я не буду сайд-квест сейчас брать, не хочу. А где он тут может быть? Я даже не знаю, я просто видел, как... Ну, то есть, помните, встреча там и... Добрый день.
Дальше не проходи. Ладно, понятно, там покой благородных людей. Нам не до человека туда нельзя. Блин, я заблудился. Так, Парфена. Пардон. Где он здесь? Давайте разбираться вообще, осмотримся по этому замку. Мне он почему-то напоминает драконий предел какой-то. Ну, то есть понятно какой. Или может спят все же. Сесть не дают, к сожалению. Но судя по тому, что народ медленно, но верно расходится, уже все, ночь наступает. Где наш-то? Arisen, I would speak with you privately. Не сейчас. I'll know not to expect... Фидель. Склад. Что у нас на складу есть? Ножик. Нафига мне ножик? Я даже не помню, честно говоря, как зовут того человека, который тут от имени герцога должен выдавать нам задание. Это не он, кстати говоря. Вместе. Это вы, да, дядя? You are to see me for your assignments and no one else. Ну да, это он. Короче, говорит, чтобы задание... Че он трясется такой? Припадочный, что ли? Чтобы получить свое задание, повидайся со мной и ни с кем другим. Я говорю от имени его величества. Мое слово — это его. As such, any task, pray, make your choice, sir. Так, помочь корпусу... охотничь. Короче, охотникам нужно помочь. Вот это задание. Без сомнения, ты знаешь, что дороги заполнены монстрами, как никогда ранее. Как дракон пришел, все становится только хуже. Страдает торговля, горожане умирают. Отряд отличных воинов был направлен, чтобы уменьшить количество этих созданий. Это не идеальное решение, но это как хоть какое-то начало. Присоединись к ним, пожалуйста, Серж. Хорошо. Бесчисленное количество докладов о том, что караваны... ну, что монстры набегают на корованы. Самая страшная угроза на данный момент — это Гриффин. Короче, говорит, не можем его больше игнорировать. Очень опасно. У нас есть компания элитных воинов, и вроде как они готовы противостоять этому монстру. Они у врат замка ждут. Иди и поговори с ними для деталей. Может, это будет долгая битва. Да будет Создатель твоим щитом. Интересно. Но дело в том, уважаемый дяденька, что Гриффина-то я уже безо всяких твоих элитных воинов валил. Это было сложно, но это было интересно. Самое главное, это ему, насколько я помню, поджечь крылья, чтобы он улететь не мог. Иначе собака улетает. Так, ну, по крайней мере, нас ждет что-то интересное. Посмотрим. У него вроде как два задания, да? А потом посмотрим, что дальше будет. Вообще говорили, что я уже довольно близок к окончанию игры. Я не спешу ее пройти, она запала мне в душу, несмотря на общую свою корявость и низкобюджетность. Что-то в ней такое, согласитесь, есть очень хорошее. И, кстати говоря, все люди, которые спрашивают, будет ли она на ПК, вроде как разработчики из Capcom сказали, что... Тут все зависит от игроков, там какие-то, мол, создавайте петиции, и там посмотрим. Так, сколько у нас вообще? Давайте мы фонарик выключим. Выключим. Потушим. Так, и теперь. Какой хрен мне этот ножик? Давайте отдадим его Арабелле. Пусть в зубах ковыряется.
Так, хорошо. Подожди, у меня может квест не выбран, поэтому он не указывается. Да блин. Гриффинс Бейн. Теперь карта. И каким вратам нам нужно выходить? К этим? Или к этим? Да что-то не указывают. Давайте выйдем, короче говоря, обычной дорогой своей привычной. Это даже вот отсюда будет быстрее. А как и молчи уже, пожалуйста. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу своим баритоном. Пешки здесь, ну, очень навязчивы. Они не затыкаются ни на секунду. Ну, слышите? Так, подожди. Наконец-то у меня вейпоинт отрисовался. Или я его не видел в первый раз просто. А, ну вот все. Туда видят как раз, куда я иду. Сейчас что-то будет, я чувствую. Офигенный замок. Ну, посмотрим, где он там. Давайте сохранимся. Ну, он, конечно, как вы видите, сохраняется, но saving content написано. Но потом в итоге, на удивление, оказывается, что сохранил он только то, что у тебя лежало. Так, ну, в инвентаре, а твою позицию не сохранил. Поэтому сохраняйтесь почаще, мой вам совет, если играете в эту игру. Ну, пойдем посмотрим. Так, а как и у нас покоцан маленькая? А как и у тебя же, по-моему, есть... Нет, не тулс. Нет, это все не лечилки. То есть это лечилки, но не жизнь они лечат. Ой, короче говоря, Акаки, ты какой-то тупенький у нас. Не можешь сам на себя использовать, скажем, вот патент Green Warish. Да, блин. Или он не считает пока, что это ему нужно. Акаки, вылечись, пожалуйста. Ладно, хрен с ним. Так, из воздуха появились. Вот про эту корявость я и говорю. Но тем не менее, игра того стоит. Как и не при вперед, батьки. Я чувствовал, говорит, что ты с нами будешь. Мы группа элит, с которой ты будешь продвигаться. Мы встанем вокруг столицы и будем драться с Гриффином, если он появится. Атакуем, когда он приземлится. Это, как ты назовешь хорошим планом, но это сработает. Если хочешь все еще с нами работать после того, как услышал такой глупый план, давай выдвигаться. Ну, в принципе, план не глупый, это единственная тактика. Шибить его довольно сложно. Когда сам приземлится, уже нужно начинать бить. Ребята, куда вы ломитесь? Я думаю, это эпичный бой будет. Столько народу. Но при этом народу глупого, насколько я понимаю, и ничего не умеющего. Приготовьтесь к битве. Настройтесь на нее. Ищут Гриффина. Нашли какого-то гоблина. Гоблину не повезло. Давайте посмотрим. What would you expect with my help? It was hardly a warm-up.
Ну да. С вами мы долго тут будем клупаться, похоже. А как я покажу, как убивать надо? Вот так, молодца. Короче, пошла тотальная зачистка вокруг города от всяких монстров. От зомби, хотел сказать. Эти всякие Walking Dead, Deadlight, DayZ меня уже... Да добейте вы его уже, что вы возитесь, а? Капец. Короче, я в последнее время столько уже прохожу игр с зомби, при том, что сам этого особо и не желаю. Что ж, прям сговариваюсь на эту тему. О, ты застрял, да? И что это? Так, сейчас, короче, мы с ним начнем драться. Что требуется? Какую-то наживку, что ли? Или подождать его? Да, плевать. Я думал, ты мне подсказку дашь. Так, ладно, хорошо. Может, мне нужно спрятаться вместе с Тали? А, давай, говорит, использовать гоблина. Чтобы привлечь. А как его использовать? Гоблина вид кто-нибудь? А бой может интересно получиться. Место именно для боя, вот для этого. Очень интересное такое, открытое. Можно будет и сверху на него запрыгивать. Так, где мне гоблина взять? Я чего-то не понимаю, похоже. Ну-ка, квест. Доставь наживку и помоги привлечь Гриффина, выманить. Вон, слышу. Я надеюсь, вы не будете его убить. Он мой. А его живого или мертвого надо? Мертвого, наверное. Хватает. It was a fine scrap, if I may say so myself. Goblin! Что-то я делал не так, у меня ощущение. Even in numbers, a weakling is a weakling still. Чего я тащить его не могу? Что-то не то, ребята. Может, поменьше вот это? Да нет, он не хочет их таскать. Ну, давайте так, допинаем, попробуем. Куда ж куда-то? Ну да, так я его долго тащить буду, конечно. Ощущение, что я все-таки делаю что-то не так. Хоть помогли бы, блин, засранцы. А, вот, все, нормально. Действительно, так и надо было. Ну давай, стерва. Ох, офигеть. Эффектно. Огня мне, огня! Quick,
Да давай, блин. Улетит сейчас. Идет. Так, отходим. Да, блин, как раз огонь прошел. Рубите ему крылья. Нормально, наконец-то. Короче, опять одному приходится с ним драться. У меня огонь прошел, теперь я его не приземлю. Неплохо так, я ему крылья порубал. Давай, собака. Крылья рубать. Нужно крылья рубать. Хватайся, хватайся за него. Да блин, как ты выдохся-то уже? Плохо. Твою дивизию глушануло. Отлично. Наконец-то маги отработали. Да что ж ты какой душный-то, а? От них помощи вообще никакой. Блин, ты бы мне огня, конечно, лучше давала, Рабелла. Какой-то башни он отступил. Ну, это было довольно неплохо. Но в основном пришлось мне убить. Ну, это, конечно, понятно, что так и было задумано. Но все-таки маленькая помощь не помешала бы. Под конец магичка подключилась, крылья ему выжгла. Так, где у нас эта башня? Кто-нибудь помнит, нет? Это в смысле вот эта башня, что ли? Не знаю, пошлите просто вот за этими ребятами, и там посмотрим. Только не говорите, что вы сейчас налево повернете. Похоже на то. Смотри, как его побили-то. Подожди, а куда мы идем? Я не понял. Куда они вообще? О, порядка. Так офигеть. Я там ни разу не был еще. Это туда мне пилить, чтобы убить Гриффина? Ну, пойдем с ребятами. Только ребята почему-то у нас в замок все идут. Может, они сквозь замок хотят пройти туда? Не уверен, конечно, но пойдем. Странно. Ладно. Короче, сейчас идем на новую территорию, где мы еще не были. Так.
Похоже, нам без них дальше нужно идти, да? Да, судя по всему. Ну ладно, пойдемте тогда отсюда просто и с той стороны увидим. Эпичненький такой бой был, но под конец, блин, взял и убежал, как обычно этот Гриффин. Но судя по всему... Во, как у тебя щит хочу. Мне, кстати говоря, не пора ли сменить своих напарников? Потому что насколько мы их уже обгоняем? У меня 36-й, у Акаки тоже. Хотя нет, в принципе, нормально пока. Магичка, правда, все время на электричество зачаровывает мое оружие. Вот если бы она на огонь постоянно зачаровывала, было бы гораздо проще и гораздо лучше. Но на нет и сюда нет. Короче говоря, я думаю, дорога будет довольно долгой. Я так посмотрел по карте. С полчасика даже, наверное. Так, все, хорошо. Вейпоинт переместился. Теперь на этих ворот. Отлично. Блин, ну это капец, конечно. Этот Гриффин, наверное, самый неудобный противник в игре. Потому что за него именно хвататься нужно. А когда напарникам твоим плевать, что с тобой, да как с тобой. Это не очень хорошо. Так, где у нас находится эта башня? Ее можно увидеть? Вообще нет отсюда. Ну, где-то вон там. Давайте выдвигаться потихоньку через мостик. Там у нас, по-моему, мы в первый раз где-то с Гриффином дрались. Так, что я слышу? Это вы, да? Приготовьтесь. Да, прыгайте. Да. Лёд их просто... Не любят они лёд. Всё. Все земноводные уничтожены. Хорошо. Давайте. А, тут нельзя в воду лазить, насколько я помню. В воде начинает жрать. Но почему бы не попробовать? Подожди. Да вроде нормально. Ну, помните, да, здесь в воду как попадаешь, так сразу тебя какие-то мелкие твари жрать начинают. Но здесь почему-то такого не было. Это хорошо. Так, башня, похоже, вон там, где тут эти развалины. Так. Блин, как тут неудобно карта сделана. Это у нас что? Бандитский лагерь, по-моему. Да, вот тут мы дрались. Первый раз. Ну, то есть это не бандитский лагерь. А, тут мы дрались первый раз. Бандитский лагерь, он вот находится здесь. Тут мы дрались с Гриффином в первый раз, а тут мы еще ни разу не были. Так, хорошо. Пошли потихоньку. Че, она говорит, там камни, говорит, в реке. Если бы мы, говорит, к ним могли добраться... Мы только что на них были. И чё?
Так, видимо, берем эту дорогу и двигаемся далее по ней до посинения. Здесь, насколько я помню, врагов серьезных нет, только гарпии эти. А здесь гоблины посильнее, по-моему. Хотя нет, такие же. Если и сильные, то не намного сильнее, чем там. Готов? Не готов. Так, вот их я ненавижу тоже. Так, Арабелла, постреляла бы ты по ним. И ты, Ясноглазка, тоже. Потому что нам их на себя выцеливать, это... Геморрой тот еще. Как видите, они стоят, им пофигу. Тупые-тупые. Так, ну хорошо, допустим. Что-то на меня не особо действует, да? То есть вообще никак. Ну хорошо. Ненавижу гарпий. Самые скучные противники. Там замок, который мы в прошлый раз так и не осмотрели с толком. Там, интересно, ночлежка есть какая-нибудь? Потому что опять же вечереет. Волки опять. Надеюсь, не заметят нас. Заметили. Арабелла. Вот. Фу, выдохся я что-то. Что у нас здесь вообще есть? Здесь у нас сайт какой-то. В прошлый раз мы его что-то, по-моему, брали, но не стали выполнять. Крепость явно видала и лучшие деньки. Да, одни развалины сплошные. Долгая, блин, дорога нас ждет. Пойдемте туда наверх, поднимемся, оттуда осмотримся, заодно, может, там какой-нибудь ящичек лежит. Ну, ящиком бы я это не назвал. Так, ерунда какая-то. Так, и вон она. Развалины какие-то. Дорога туда нам предстоит серьезная. Как раз ночь наступила, и переночевать негде. Красота. О, хотя бы нашли что-то. Что это за ветеранское кольцо?
не сюда. Это, возможно, на голову. Причем не мне, и не тебе, и не тебе. Так, а что же это такое тогда? Короче, когда ее используешь, на короткий промежуток времени двойной экспос врагов получаешь. Понятно. Не могу сказать, что это дико полезно. Потому что здесь по большей части все не в уровень упирается, а скорее в умение играть. Ну, то есть уровень тоже важен, от него зависит, насколько ты много урона будешь наносить. Но в основном все зависит от правильно выбранной тактики. Так, ну хорошо, пришли, короче говоря. Давайте на этом и завершим, наверное, эту серию. В следующий продолжим свой поход на север. Я чувствую, всю эту следующую серию еще займет, потому что дорог, как вы видите, довольно далекая. Но, тем не менее, это будет интересно, и, судя по всему, мы таким макаром избавимся от Грифона раз и навсегда. Или Гриффин, вернее. Ну, Грифон — это Грифон, как бы они ни называли его. Короче, вот такой вот промежуток времени, учитывая, что вот эту вот дорогу мы проделали где-то минут за 10. Тут мы по незнакомой территории, я думаю, это тут как раз будем всю следующую серию идти. Так что ставьте лайки, оставляйте комментарии. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.